Итак, открываем мешочек. Ну, кстати, заметьте, в отличие от отечественных брендов, вот эти вот хвостовики не имеют ограничителей. Видите? И очень легко выпадывают отсюда. Ну, не знаю. Та-дам! Наконец-то это случилось. Вот такой оранжевый мешочек. А внутри свернут в рулон. Видите, на таких вот завязочках. Откладываем в сторону. Что здесь у нас? У нас здесь комплект дуг. Дуги в небольшом мешочке, в индивидуальном мешочке. Та-дам! Такие вот замечательные, очень легкие дуги. Ну и в отличие от аналогичных отечественных палаток, здесь одна единственная дуга, которая через соединители, вот такие специальные муфточки, вот, значит, ничего не теряется, все прицеплено. То есть остается только правильно правильно все прицепить. Итак, продолжим. Я разобрал дугу. Сейчас приступаю к следующему мешочку. Странно, какой-то непонятный черный мешочек. Опять же, люди, привыкшим к отечественным недорогим брендам, ну, не имеют представления, что же здесь в этом мешочке. Давайте его распечатаем. Опа! Какая-то очень странная материя. Та-дам! Она с пропиткой. Но, насколько я помню, когда читал описание к этой палатке, это специальное днище. То есть днище здесь дополнительное для того, чтобы не использовать пленку, полиэтилену, как я обычно всегда это делал. Здесь об этом побеспокоился производитель. И специальный пол, который не промокает, видите, он с пропиткой. Вот, со специальными такими клипсами. Мы сможем этот пол использовать, ну, как дополнительное укрытие от всяких мелких вещей, соринок, иголок, камушков. То есть очень полезная штука. Чуть попозже покажу, как можно использовать эту штуку вместе с дугами каркаса. И продолжаем. У нас на очереди следующий мешочек. Как видите, он специального оранжевого цвета, чтобы отличить от всех предыдущих. Открываем, заглядываем, что же там. Да, прямо Новый год какой-то. О, да тут целый пакетик колышков. Причем не просто колышки, а специальные, четырехгранные. Как видите, вот на конце есть крючок. Недавно мой товарищ, ну, буквально в начале этого лета, подарил мне такие колышки. Они очень легкие, очень удобные, прочные. И, как видите, они красные, в зеленой траве их. Очень сложно потерять. Это прямо супер колышки. Вот всем рекомендую. Можно взять отдельно. Вот. И их тут целых, по-моему, 10 штук. Прямо целая куча колышков. И еще всякие веревочки. Всякие дополнительные тряпочки. В общем, ремнабор в полном комплекте. Так, мы продолжаем. Следующий на очереди мешочек. Достаточно объемная тряпочка оранжевого цвета. Это не что иное, как внешний тент. И нам ничего не остается, как просто его развернуть. Он достаточно большой. Как видите, оранжевая ткань с внутренней пропиткой достаточно легкая и прочная. Ну, ткань представляет из себя сеточку, ну, насколько я помню, полиамидного материала. Есть возможность заказать более легкий, ну, соответственно, менее прочный материал. Вот я выбрал прочность, потому что трехместная палатка должна быть долговечной, прочной и легкой. Вот. Сейчас мы ее натянем на каркас из дуг, который я уже подготовил. И сейчас попытаюсь с помощью
нижнего тента, вставлю сюда дуги и сверху попробую натянуть только внешний тент. И посмотрим, что из этого получится. Вот получился такой каркас, натянутый на нижний тент. И сейчас мы оранжевую вот эту ткань натянем на этот тент. И посмотрим, что получится. Та-дам! Вы не представляете, мы, конечно, немного помучились. И у нас появился огромный дом. Но это не просто дом. В данной ситуации это просто тент от дождя. То есть достаточно быстро можно собрать на каркасе тент, внутри которого можно поместить кучу людей, вещей. И просто здесь огромное пространство для жизни. Это офигеть как круто! Реально, тут очень много места. Просто вот я практически стою чуть ли не в полный рост. Можно ходить, бегать, прыгать. Это просто очень большая палатка. Всего лишь рассчитана на 3 человека. Вот так. И у нас остался последний элемент. Это вот эта вот черная тряпочка. А на самом деле, это нижняя палатка. Вот она. Очень легкая. Очень. Просто посмотрите. Вверх это просто тонюсенькая сеточка, которая очень хорошо дышит. Низ, ну, это просто такая же примерно ткань, как и то днище внизу, с какой-то хитрой пропиткой, которая не промокает. Ну, тонкая, легкая, приятная на ощупь. И сейчас мы ее соберем. Ребята! Вы не поверите, тут просто дворец, тут просто 10 тигрей поместятся, просто очень много места. Это не 3, это 6-местный дом. Вот, зацените, я стою, ну вот, все, как бы, ну, без проблем можно одеться, раздеться, раскидать свои вещи. Это очень крутая, классная палатка, так что всем рекомендую.